Всем доброго денечка. Еще раз с Рождеством вас, наши дорогие. Кто тут волнуется? Кто тут волнуется? Обязательно и вам будет угощение. Говорят, что на Рождество нужно сделать минимум 15 блюд. Но у меня, конечно же, 15 блюд не получилось. То есть все гораздо меньше. Просто нам это некуда, мне кажется, будет деть. У нас курица с овощами жареная, грибочки открыли, бутеры, сознаюсь честно, икра имитированная, соус курицы, кстати, очень вкусный, кто не пробовал, попробуйте сделать такой, сметана, чеснок и аджичка. Курица подходит изумительно. Немножко ребрышек, кабачковый тортик и закуска из кабачков. И самое главное, в центре стола композиция, которую вчера подарили дети. Елка настоящая, пенек березовый настоящий, аромат прям праздничный такой, зимний, новогодний. Рождество, Новый год, это как-то у меня вместе сочетается. Вот. И, конечно, хотим пожелать вам всем хорошего настроения, Милусинка, хорошего настроения, да, замечательного вам дня, замечательного празднования. Кто забыл кого-то поздравить, еще время есть всех поздравить, всем позвонить, написать смски. И, конечно, дай бог, чтобы все отметили этот праздник со своей семьей. Моя семья, к сожалению, далеко, но мы общаемся, перезваниваемся, пишем, по видео связываемся, поэтому связь не пропадает. Но, конечно, вживую было бы лучше, но нужно выходить из ситуаций жизненных. Еще раз хочу всем пожелать крепкого здоровья, самое главное здоровье, что мы не купим никогда. Счастья, благополучия, чтобы было финансовое у вас у всех процветание. И всего вам самого-самого лучшего. И чаще желаю собираться за семейным столом, общаться, болтать и желать друг другу всякие приятности.